Теория и практика в одном месте. Отныне студенты Якутского колледжа связи и энергетики смогут применить свои знания в новой лаборатории мультисервисных сетей связи. Первая и уникальная лаборатория в республике – результат совместной партнерской деятельности между колледжем связи и компанией «Ростелеком». Подробнее об этом расскажет Марианна Кутукова. Устроена инфраструктура и телекоммуникация в Якутске. Теперь это можно узнать и потрогать, сидя за студенческой партой. Новая лаборатория представляет собой полную имитацию городских действующих сетей доступа. Уже закончилась та эпоха, когда учебные заведения готовят оторванных от жизни специалистов. Поэтому нам, как образующие компании отрасли, очень важно, чтобы эти ребята в колледже связи, когда пришли к нам на работу, они были уже подготовлены и понимали, и знали, что и как делать. Ежегодно в колледже выпускаются порядка 200 специалистов по направлениям энергетики, IT и связи. Кузница кадров для отрасли связи Якутии с открытием лаборатории станет выпускать еще более конкурентоспособных работников. Теории мы дадим, а практики, естественно, значит, будут привлеченные преподаватели от Ростелекома. Мы этот процесс тоже будем отрабатывать. И мы уже разговаривали вот и с Александром Евгеньевичем, да, ну и с другими нашими партнерами, бизнес-партнерами. Уже вот взаимодействие именно в преподавателях, те, которые будут давать практическую часть. Мне как выпускнику это, безусловно, получается хорошо. То, что могу собственными руками уже, получается, все сделать. Ну, конечно, жалко то, что на последнем курсе. Еще бы чуть-чуть пораньше, на 2 года. Но так-то, в принципе, все равно хорошо, вот даже вот кто сейчас учится. Бизнес-партнеры на достигнутом не останавливаются. Одним из вариантов дальнейшего сотрудничества является открытие центра, где будут обучать сварке оптоволоконных сетей. Марианна Кутукова, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.